Приветики! С вами Милис, и мы продолжаем играть в Garden Simulator. Позже симулятор, по-моему, вот так вот. И да, нас приветствует Лейка. Знаешь почему? Надевай наушники и приятного просмотра. Бери покушать, кофеёчек, чаёчек. Приятного аппетита. Знаешь почему? Сейчас мы вот это вот все прочтем. Смотри, что. Мне опять не нравится эта погода, не люблю эту погоду. Короче, я сейчас... Что я сделала? Смотри, я нашла дикую розу, красивую. Посмотри, какая красивая роза. Я буквально просто полила растения. И они мне дали семена. И вот гортензия вторая. Я думаю, здесь будет полностью гортензия. И посмотри, какая роза. Я просто не знаю, куда их садить. Посмотри, какая красивая роза. Я реально не знаю, куда садить эти розы, серьезно. Скажи, пожалуйста, в комментариях. Потому что я думала, что вот здесь вот у нас будут эти маленькие цветочки, чтобы не загораживать. Все. Вот я не знаю, куда садить реально большие розы. Вот не знаю, вот вообще. Тут у нас непонятно что. Тут у нас маки. Тут у нас плющи. О, маки уже дают. Отлично. Короче, вот так вот. Давай почту возьмем. А, я бы хотел в очередной раз сменить цветочные композиции в своем магазине. Теперь я хочу использовать нарциссы и маки. Если вы не заняты, буду очень благодарна за помощь. Понятно? А что ты хочешь от меня? Подожди, а что ты хочешь от меня? Красные черенки тюльпана. Ну, это мы легко сделаем. Красные черенки тюльпана, белые черенки. Черенки нарцисса, черенки мака. Ну, в принципе, этим мы сможем легко заняться, я думаю. Поливать нам больше здесь не надо. О! Имена. Имена. Так, что у нас тут еще есть? Ничего. О, вон семена. Имена. Давай посадим как раз-таки мак. Она сейчас как раз польется, поливать в принципе не надо. Я вот даже просто вот так вот сделаю. Все, отличненько. И тебя вот так. Они быстрее дают, получается, семена. Так. Что нам сказали? Что они от нас хотят? Черенки нарциссы, мака. А что у меня в принципе есть? Тюльпан. Черенки, черемицы. Давай-ка сюда зайдем. Что у меня тут есть? Нет. О! Красные черенки тюльпана мне нужны. Я не помню, что мне надо. Желтые черенки нарцисса и черенки мака. Так, мак. Желтые черенки нарцисса. Есть. И теперь у нас нужен мак. Ну, давай, поехали за маком. Так, раз... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Знаешь, что под прошлым роликом мне написали, мне понравилось, спасибо большое. Что в следующем ролике мы эти подсолнухи уже будем со стремянкой, короче, обрезать, потому что это невозможно. Они вырастут до такой степени, и, кстати, в жизни они реально вырастут до такой степени. Ну, я тоже видела, я такая, вау. И 2 метра, а я такая полторашка, прикольно, прикольно. Как тебя ловить, непонятно. Так, это у нас будет сейчас так быстро. Вот это быстро. Видишь, какие классные удобрения у нас получаются. Хорошо. Следующее, давай пока заданница. Черенки тюльпана. Красного черенки тюльпана. У меня тут есть черенки тюльпана. Не сюда. Вот не сюда. Вот сюда. Красные черенки тюльпана. Есть. Мне нужен еще один красный черенок тюльпана. Ты тюльпан? Вот ты тюльпан. Вот это что-то другое, я не знаю, что это. Я вот не знаю, что это реально. И тебя одну. Так, еще две. Ага, все, это мы можем сдавать. Это задание мы выполнили. Угу. Это мы задание выполнили. Угу. Черенки тюльпана и черенки черемицы. Хорошо. Давай-ка сходим сейчас в город. И
я хочу запомнить, что нам надо именно. У нас там фестиваль, надо запомнить, что нам нужно будет для него. Привет, привет, привет. Здравствуй. Так, кстати, вот эти дорожки накупить когда-нибудь. О, ящик клумба. Может, нам клумбу купить, слушай? Чем бы нет? Горшочки для них. Клумба, клумба нет. Так. Может, нам реально клумбу купить, слушай? Давай купим, может, клумбу. То ли клумба, то ли клумба. Вот не знаешь, куда что деть? Покупай то ли клумбу, наверное, да? Серьезно. Наверное, так оно и будет работать. Я не знаю, или мне какой-то, знаешь, маленький заборчик нужен, декоративный. Перегородка Unity. Нет. Изысканная деревянная перегородка. Белая панель изгороди, но выглядит как-то стрёмно. Гирлянда тоже не то. Лестница с бабочками тоже как бы не та. Это не подходит нам это, слушай, ладно. Это все не то. Какая-то перекраска, это не то, это гостиница, хорошо. Так. Нет, пока ничего не покупаем. Пока ничего не надо, спасибо. Так, давай запомним, что нам здесь нужно. Я себе даже список напишу, чтобы помнить, что нам надо. Вот. Роза. Розовая роза. И черенки лилии. Какой? Белый. Лилия и роза. Розовая роза, белая лилия. Пошли. Начнем с этого. У нас нету... Мне кажется, есть розовая роза. Я же тебе ее только что показала. Получается. И белая лилия. Красная роза, подсолнух, черемица, тюльпан, пион, нарцисс, гортензия, макмак, плющ какой-то, цикламен, розовый децентр, короче, нету, красная лилия, есть красная лилия, слушай. Давай купим красную лилию. Я, в принципе, не знаю, есть ли у меня лилии, по-моему, у меня нет лилий. И, кстати, в жизни они такие красивые, я их обожаю, они очень красивые. Давай-ка посмотрим, что у нас. Давай я посажу лилии. Вот, давай лилию я буду садить вот. Ну, вот, пусть будет где-то вот тут. Вот прям поселедки, вот прям поселедки. Вот нравятся мне поселедки. Ну, пока это выглядит не очень, слушай, но потом, это будет нормально. Так, что у нас там еще по заданию? Красные черенки тюльпана. Красные черенки тюльпана, давай-ка. Мне не нравится, что они очень медленно растут. И не дают мне ничего. Я хочу их размножить. Так, и черенки черемицы. Вот черемица мне тоже что-то давно не давала ничего. Давай подождем до вечера. И они как бы могут дать семена. Давай подождем-ка. Так. Счастливо. Офигеть, посмотри, как быстро выросла эта лилия. Вау. Только она смотрит не в ту сторону. Стоп, лилия. Вот она. Вот она, лилия. Вот она, боже мой. Надо ее присадить срочно. Блин. А, нет. Да нет, давай пусть здесь будут лилии. Лол. Что, я теперь выкопаю? Господи, что я творю? Ладно, пусть пока все будет просто вверх дном. Как хаос. Потому что, ну, я не знаю пока, что и как делать. По моей задумке, у нас будет классная дорожка. По краям будут цветы идти маленькие какие-то, даже те черемицы. Дальше. Еще какие-то дорожки могут идти, еще от них могут идти. Короче, это грядки. Это надо либо эти покупать, дорожки, либо еще что-то. Уже и время, кстати, пробило. Кстати, розовая.
Это вроде розовая. Роза. Давай обрежем, посмотрим. Это розовая? А, дикие черенки розы. Она дикая. Дикая львица. Ну ладно. Давай на следующий день. Не знаю. Не знаю, что делать еще. И лилии нам надо как-то добывать. Нам просто нужны семена. Будем ждать, пока появятся семена. Опять дождь. Господи, надоел мне ваш дождь. Я хочу красивую, счастливую погоду. Нас попросили составить букет для подруги, которой скоро родится ребенок. Подумал о нарциссах. Они ведь символизируют новое начало и все такое, верно? Если вы сможете помочь, было бы отлично. Бледно-желтые черенки нарцисс. Хотел спросить, нет ли у вас случайно свободных черенков роз? Это были любимые розы Робин, и я подумала, что это было бы чудесно держать их в квартире в качестве трогательного напоминания. Да. Такое у меня имеется. О, смотри, как хорошо, что я не пересадила. Это белая? Это белая лилия? Это белая? Нет, это не белая. Это красная лилия, слушай, это красная лилия. Ну, давай красную лилию посадим. Вау! Слушай. А ты точно лилия? Стой, ты точно лилия? Это вы как-то различаетесь, так, ну, нормально, слушай. Не, они реально что-то различаются. Так, хорошо, давай соберем, что у нас тут есть. О, наконец-таки, а, божечки. Оп. Семена. Ой, ты еще даешь, отлично. Так, у нас тут белая черемица. Так, тебе давай вот рост побольше. Оп, готово. Слышу, тут еще кто-то хочет. О, фиолетовая. Там что-то новое? Да, что-то новое. Белый нарцисс. Вот, отлично. Это нам, кстати, надо. Так, с кого еще собрать? Ну, мне не жалко, я могу усудобрить. Мне не жалко. О, плющ. Мне не жалко, ребят. Я вам вежливо вам говорю. Мне не жалко. Кого я собрала, непонятно. Блин, оно почти не видно. Розовый детита. Ну, давай тебя рядышком посажу. Так, и мне еще надо взять. И сразу еще где-то надо взять. Тебя удобрить. Вас удобрить, ребят. Вас удобрить. Так, кто меня тут еще пускает? О, ты пускаешь, отлично. Угу. Еще тут, по-моему, кто-то. Я уже даже не вижу, кто там хочет такие семена, а кто не хочет, серьезно. Дай семена, пожалуйста. Хорошо. Красный цикламен. Ты кто? Кто такой цикламен?
Кто такой цикламен? Это ты или нет? Давай проверим. Да, это цикламен. Красный. Ну, давай тебя сюда рядышком посадим. Вот так. Угу. Так, дальше. Белый нарцисс. Отлично. Желтый, оранжевая роза. Вот. Давай оранжевую розу. Вот сюда прям посадим. Да, у нас тут все семена дают, я смотрю. Кто? Ты? 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 Отлично. Еще кто-то? Кто? Боже. Так. Подсолнухи. 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 Отлично. Что у меня? Белый нарцисс. Вот. Вот это да. Это мне надо. Вот сюда тебя посадим. Что у нас? Роза красная. Ну, такое. Особо мне она не нужна. Желтый нарцисс. Ну, у меня тоже дофига желтых нарциссов. Давай не будем. Давай не будем. Так, что по заданию? Черенки, черемицы и тюльпан. Не растет нифига. Не растет. Так, черемицы. Угу, черемица готова. А, бледно-желтые черенки нарцисса. Бледно-желтые черенки нарцисса. Как понять бледно-желтый? Так, семена. Семена. Что тут дают семена? Давайте, 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 давайте. Все, ко мне. Вот, по-моему, бледно-желтый. Ну, по цвету напоминает, что это бледно-желтый. Да, бледно-желтый. Так, желтый нарцисс. Ладно. Так, бледно-желтый еще есть? Нет, у меня, походу, один бледно-желтый. Ладно. Дальше поехали. Красные черенки розы. О, ну это, этого у меня добра много. Я просто обожаю розу. Поэтому мне дофига. Роз. Так. Желтый жасмин. Я не знаю, что это, но мне это посадить надо. Плюс. Красная роза. Сирень хоста. Почему я не посадила? Я не понимаю. Красный тюльпан. Почему я не посадила тюльпан? Почему я тюльпан не посадила? У меня тюльпанов нету. У меня и так очень мало тюльпанов. Оп. Так, что я там еще хотела? Сирень. Так, сирень хоста. Куда мне сирень бы зафигачить? Это большая такая кипа будет. Слушай, это большая прям кипа. Вот такая же будет. И куда мне зафигачить? Давай сюда. Нормально. Так, хорошо. Еще у меня что-то... Желтый жасмин. 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 Кто-то семена дает, но я не пойму, кто. И я не понимаю, где у меня есть ли тут вообще жасмин. Кто дает семена? Кто семена дает? Вот. Желтый жасмин. Желтый жасмин. Пусть. Пусть сидит. Пусть вот тут вот сидит. Ничего не знаю. Это не мои проблемы. Так. Блин, так это хорошо. Это хорошо. Что мне дальше надо? Так. Бледно-желтый нарцисс. Вот. Мне его надо посадить еще. Поближе к этому. Кого я тут подрезала? Его вроде. Сюда. Угу. Все, отлично. Так, что у нас по заданию? Короче, давай розу нарежем. И очень много у нас... Как раз удобрение наделаем. Дофига. И можно даже будет сделать букетики и в свой киоск пойти оставить, продавать. Так, это у нас готово. Это не трогаем. Давай вот это. Фигачим.
много листьев. Это тоже заберем. И вас давайте-ка парочку заберем. Это мы любим, это мы любим. Так. Его пока не трогаем. Давайте еще вас чуть-чуть. О! Вспоминаем. Но это надолго, слушай. Это реально надолго. Пиончика. А, кстати, нам розу надо будет. Но я не знаю насчет этой розы, потому что она дикая. Она розовая, но она дикая. Я не знаю, пойдет ли она. Так, а тут бледно-желтые черенки нарцисса нету. Красные черенки тюльпана. Ну, тюльпан у меня еще не вырос. Нормально. Этот вообще что-то не растет. Да. Ну, вроде бы все. Слушай. Вау. Какая красивая штука. Я не знаю, как она даже называется. Ладно. Давай-ка. Вот это сюда. Вот это вот сюда. Вот это вот сюда. Вот это вот сюда. Отлично. Поехали. Поехали на следующий день. Что-то странно, знаешь, что больше не дают нам сюжетки никакой. Очень странно. Наконец-то, наконец-то вот эта светлая пора. Боже, как красиво. Сразу, сразу. Я восхищаюсь красотой вашего сада. Могу ли я получить несколько черенков цветов для моего магазина? Это очень оживит помещение. Так, черенки фиолетовые и рисы. У меня вообще нет риса. Сирень, ну, я только посадила. Оранжевые черенки розы. 80 штук. Идите колотить. Боже, как красиво. Как это красиво. Кто-то еще хочет дать? О, она хочет дать. Класс. Сейчас посадим. Сейчас быстренько посадим. Да, вот так вот. Рядышком. Ага, и полить. Кстати, нам надо будет сегодня все полить. Слушай. Красный мак. Пошли мак посадим. Так. Оп. 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 Ага. Так. Что делаем? У нас по заданию, смотри, что тут есть. Вот, по заданию разобраться с садовым шлангом, перестроить мост. Но как разобраться с садовым шлангом, я не понимаю. Какой же садовый шланг? Садовый шланг. Так, проблемы тут. Садовый шланг. Садовый шланг. Тут семена дают. Еще кто-то дает. Еще кто-то хочет дать семена. Давай, давай. Давай. Я не понимаю, кто мне здесь пытается дать семена. Так. Все. Беленьким. Так. Вот, я не понимаю, что за шадовый шланг. Дождевители не подключены. А, наверное, нам... Давай купим автоматическую лейку, чтобы нам не поливать это постоянно. Пошли за автоматической лейкой. Деньги у нас вроде есть. Должно хватить. Пошли купим. Что нам какие-то фиолетовые? Кто нам нужны? Фиолетовые черенки ириса. Господи, ирис. Фиолетовый ирис. Сейчас. Здравствуй, здравствуй, бабуль. Ирис фиолетовый. Три центра. Как вообще ирис выглядит? Я вообще в цветах.
Фиолетовый ирис, вот. Так. Давай 4 ириса купим. И я знаю, что хочу я купить. Дождевительная система. Но у меня нет денег. Шланг, о! Удобным шлангом, который крепится прямо к источнику, дело водить пару шнурок. Нам его надо купить, 1500 стоит. 1500 стоит, представляешь? Так, хорошо. А, у меня тут прибыль какая-то. Прибыль-то. Нашли. Так, ладно, роза. Черенки нарцисса обычного. Да забирай, господи. Нарцисс пусть будет. Роза 69, забираем. Черенки нарцисса, да забирай, не надо мне это. Все. Все, что могла, я тебе отдал. В итоге мы получим 350 продаж. Почему так мало? Цена. А я могу по одной как-то, ну... Почему не могу там по одной, например, это делать? Почему так мало за рост стоит? Очень мало. За одну розу один дают? Серьезно? Перемицу много дают. Вот оно что. Надо делать бизнес. Нам нужны деньги теперь срочно. Желтые черенки жасмина нету. Нарцисса. Красный. Без понятия. Мак, мак. Вот мы пока мак можем собирать. Черемицы у меня нету. Розовый тем более. Короче. Пока мы можем мак собирать. Лилии, возможно. Черенки розы, черемицы нету. Красные черенки нарцисса. Желтые черенки жасмина. Мозг просто... Ладно. Давай быстро к тебе. Поехали. Так, кто у нас тут? Так, ты у нас кто? Я не знаю, кто вы, кто есть, кто нет. Давай фиолетовый ирис. Фиолетовый ирис. Куда бы мне посадить фиолетовый ирис? Ёпт. Фиолетовый ирис. Хорошо, фиолетовый ирис. Иди. Нам нужно 1500 с тобой заработать. А значит, нам нужно сделать задание. Черенки тюльпана. Тюльпанчик, тюльпанчик, тюльпанчик. Тюльпанчик польем. Вот так вот. Сразу его удобрим. Удобрим. Это вообще не растет тюльпанчик. Ну вообще пипец. Может тут пересадить? Уже нет смысла. Так, тюльпанчик нам нужен. Дальше. Бледно-желтые черенки нарцисс. Это есть. А я их что, продала? Прикольно, я их, походу, еще и продала. Так, ладно. Фиолетовые черенки риса. Только посадила черенки хосты. Господи, кто такие хосты? Вот их я еще и не купила. Надо было еще хосты купить какие-то. Пойти покупать хосты теперь. Оп. Оп. Вот. Так. Так, ну пошли купим хосты. Что поделать? Нам надо теперь купить какие-то хосты. Купи костыли. Здравствуйте, продайте мне, пожалуйста, хосты. Мне хосты нужны. Я не знаю, что это, но дайте мне хосты. Гербера. Гербера нету. У меня фасия какая-то. И помея. Ёшкин, матрёшкин. Клематис. Сирень. Вот, хоста. Сирень хоста. А, амарилис.
Ёшкины-матрёшки. Пошли обратно. У нас, походу, есть хоста. Это называется сирень хоста. Так, я, кажется, где-то посадила сирень, но я не помню, где. Я её где-то посадила. Не говорите, что это ты. Это ты. Нет, ты не сирень. Кто из вас сирень? Гортензия темно-красная. Круто, круто, круто. Темно-красная гортензия. Так. Давай-ка темно-красную гортензию посадим-ка. Угу. Теперь все полить надо. Так, и мне надо сирень куда посадить. Куда мне посадить сирень, я не знаю. Ты сирень, но это не сирень. Я куда-то садила сирень. Куда я посадила сирень? Ой, у меня растения завяли. Прекрасно. Хорошо работаем. Хорошо, отлично. Давай, короче, у входа сирень садим. На хоста. Так, срочно, срочно надо полить. Вот какой из меня садовник. Вот какой из меня садовник. Садовник, слушай. Не надо доверять мне растения, не надо, не надо. Уже засыхает, уже сохнет все. Так, поливаем. Поливаем вас всех, поливаем, поливаем, поливаем. Да какой домой, я еще тут не полила весь огород свой. О, выросли, красавцы. Растут. Вот, слушай, у меня идея. Их посадить вот так вот вдоль. И, вот, и потом за ними вот так вот можно что-то маленькое тоже посадить. Например. Потом у нас в будущем будет вот эта теплица, я так понимаю. Надо наполнить. Печку. Надо купить шланг. Нам нужна 1000, чтобы купить шланг. Это все поливаем. Угу. Угу. Вроде поливаем, вроде поливаем. Тут хотят мне семена дать. Давайте мне семена. Кто-то еще хочет дать семена? Да. Угу. Так, я не помню, я их полила? Нет, я не вижу. Там темно. Ну слушай, вроде все полило, вроде все есть. Вроде все хорошо. Я слышу этих монстров. Где они? Вот они. Вот они. Я подберу. Это я поберу. Так, тебя я пока съезжу. Так, ну, вроде все. Вроде тут все нормально. Вроде у нас тут все хорошо. Вот это маленький цветочек, непонятно, что это такое. Так. Ну, вроде нормально. Вроде нормально. Можем какие-то букетики сделать. Белая гортензия, кстати. Давай-ка. Белая гортензия, это вроде бы ты. Ну... Держи. Держи. Садись. Так. Мы можем сейчас букетики еще какие-то поделать. Их тоже продать. Из роз. Я думаю, это будет подороже. Давай сейчас целый куст. Режем. О, кстати, это бледненький. А, это какие-то красивые, слушай. Что это за нарцисс у меня? Бледно-желтые черники. Угу. Так, все. О! Вот они. Может, мне все уже по заданию я могу сдать? Нет, еще надо. Еще надо. Еще надо чуть-чуть. Ладно, давай букетики сделаем. Тюльпанчики.
Я сделала букет из тюльпанов, а не из роз. Прекрасно просто. Нарциссу. Давай. Давай черемицу. Давай. Давай, вот эти потом букетики мы пустим себе прилавок. А может, мы сейчас даже сможем положить? Мы вроде забираем выручку днем на следующий день. Открыть киоск. Вот. А, букет. Цена 110 за один букет, слушай. Тюльпанов. Нормально, слушай. Неплохо. О, 75. Бледно-желтые нарциссы, господи, вот эти редкие, которые мне сейчас нужны. Я из них сделала букет. Листья не хотите? Не хотите листья? А жаль, слушайте, а жаль, что вы не хотите листья. Ну, вот эти семена мне не нужны, в принципе. Все остальное я вам ничего не дам. Это все мое. Вы поняли? Вы поняли. Так что все. В принципе, давай на этом приостанавливаться. Надеюсь, в следующей серии мы заработаем 1000 и сможем купить планк. Так что все. Вот такие вот у нас делишки. Спасибо тебе за просмотр. За твой лайкосик, комментарий. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиков. И все. Все ссылочки на сайте в описании канала. Всем пока-пока.